Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, и это у нас с вами игра, которая называется Bloody Spell. Ой, я зарекался, что я не буду в подобные игры играть. Джойстик не работает, да? Опа, сисечки на весь экран. Ну, придется релогать игру, потому что... короче, этот джойстик не заработал. Давайте прям в режиме реального времени сделаем это. Я пока фон стрима вам включу. Простите, простите, забыл отключить джойстик, он не подтянулся. Один момент, прям полсекундочки. В общем-то что, делал я видос о соулзлайках. Делал я видосы в соулзлайках. И вот к чему мы пришли. Да, джойстик заработал, все подтянулось. Это, в общем-то, рогалик. Рогалик, где вот за деньги можно купить дополнение. Простите, волосы кота залезли ко мне в рот. Где можно за деньги купить вот такую девушку. И вот с такими грудями. Плей. Давайте. New game. Игру купил в стиме, потому что я качал ознакомительную версию. Поймал троян. Вот, не понравилось. И вот. Можно выбрать несколько режимов сложности. Я уже давно играл в эту игру. Очень давно. Will cause the current progress. Да, очень давно играл в эту игру. Раньше грудастых женщин не было от слова совсем. Сейчас, сейчас мы сами видим, что видим. Игра стоит на HDD. И... Да, я уже пробовал на ознакомительной версии, но я решил не рисковать. Думаю, куплю в Steam, сделаю потом рефанд. Ну а как еще обзоры делать? Ну, сами понимаете. Если не понимаете, то, пожалуйста, поймите. Так, для отчетности, сегодня 14.10.028. Темно, страшно, хочется спать, но мы держимся. Держимся, чтобы поиграть в великолепные азиатские игры, которые вроде как можно отнести к Souls-like. Но это не точно, это не точно. И вот давайте мы сейчас ужаснемся, да? На заставке мы видели великолепную, просто наисочнейшую, просто девочку-сосочку, извините меня. И сейчас будем играть за очень красивого мальчика. Давайте это скипнем, здесь что-то на японском написано, мы не знаем. Вот, очень красивый мужчина у нас теперь, очень красивый. Из того, что у нас есть... Давайте, наверное, джойстик уберу вам с экрана, чтобы он вам не мешал, потому что в стимовских играх он у меня не работает. Из того, что я понял, есть прыжок, есть легкая атака, есть сильная атака. Есть, короче, сурикен. Хадукин, как говорится, сосками управлять. ЛТ это какое-то парирование, очевидно. ЛБ это магия, колдунство. ЛТ это дэш. Великолепно, да. И РТ ничего, поехали. Здесь сутулые самураи. Мужчина пытается спастись, но на него нападают злодеи. Интересно, успеет ли наш герой спасти их? Я ждал несколько загрузочных экранов, чтобы посмотреть это. Понятно, хорошо, окей. Так, давайте. Ну, на эту кнопку я видел колдунство. Господи, какая дичь. О, ничего себе. Я, короче, каким-то духом становлюсь, что творится. Вот это дичь. РТ, что происходит? А, серьезно, сейчас будем разговаривать, братан. Ничего, что мы с тобой еще не доделали дела. Your God, Wood and Monastery. Окей. Честно скажу, когда я играл, не знаю, наверное, года два назад, абсолютно про другое была игра. Но это, я так понимаю, видение. Подлаг был лютейший. Еще один. Я же жму все кнопки, какие умею. Повороты умею, технику знаю. Какой-то бесконечный станок, но по мне, походу, попадают, потому что, смотрите, урон-то я получаю. Супер-мега-убер-пупер комбинация. Ну, как минимум, вроде бы стабильная игра идет. 60 плюс кадров. Господи, что происходит? Я, походу, какой-то супер-мега-убер-пупер боевой рейдж включил. Смотрите, что сотворил этими пожилыми очередняями. Как взаимодействовать? РТ, пикап. Дабл сворд. Short Blade. Bloody Spell. Ой-ой-ой. А Weapon Skill. Ой-ой-ой. Equipment. Во. Так. Weapon 1. Сюда. Котаны. Critical Chance. И это для меня.
Так, и шо? Я теперь могу бахать вот так. Сюда. Господи, что творит этот мужчина? Братан, только подойди, я нашинкую тебя за всю фигню. Чё, как-то можно было бегать, по-моему? А, еще же ботинки нам дали. Новая одежда. Ой-ой-ой, надень, пожалуйста, братан. Ботинки. О, да, это явно интереснее. У, как она умеет, что творит. Простите меня, хватит красивых мальчиков. Я все-таки предпочту красивую девочку, подождите. Так. Ну, нечестно, я считаю. Неужели вы хотите, чтобы я показал вам мастерство паркура? А чё она как-нибудь вызывающе не стонет, чтобы показать всю тленность бытия? Хорошо, что в детстве я не забывал ходить в школу прыжков, поэтому проблем у нас нет. Next. Очень интересный сюжет, простите, я не англичанин. Поэтому читать не буду при всем уважении и неуважении. Три хед. Три головы дали мне. Мне бы одной научиться думать правильные мысли. А вы тут три даете сразу. Чё оно не собирается автоматом? Чё, по-любому есть какая-то кнопка спринта, но я не знаю, где она. Нафига он мне постоянно пишет то, что какая-то синхронизация работает? Палку дай. О, собаки сюда. Ну, это, к счастью, не Dark Souls. Тут собаки попроще. И просто жмешь квадратик, треугольник, все противники становятся. И пока что, если честно, геймплей не представляет ничего интересного, наверное, на мой скромный взгляд. Но у них ультимативный блок, в принципе. Но если ты ловишь в станок любого противника, он уже из него не выходит. Может вообще все кнопки жать? Ой-ой, слишком сильно нажал. Я уверен, здесь можно изучать всякие комбинации, но кому это интересно? Я, кстати, уже давным-давно нажимал прыжок, но героиня не прыгала, потому что она делала другую анимацию. Он просто взял и появился. Да можно сегодня присосаться. Все, еще ворачиваюсь на нолик, не могу привыкнуть к обратному. Получается боевка больше слэшерная, что ли? Если так смотреть. Shuriken Boy. Я нажимаю дэш. Можно застанлочить эту петушару? Безумие какое-то. У меня что, бесконечное хп? Я типа не могу в обучении умереть? Могу. Next. Может, Sekiro Shadow Die Twice? Ууу, сильно жму на кнопку, я так и думал. Сюда. Петушок. Попущен, опущен, распущен. Господи, такая неинтересная слэшерная система, это просто дичь. Прям серьезно, никому не хочу ничего плохого сказать, но это прям что-то прям такое. Да. Опа, зато можно прятаться в горшках. Главное, чтобы не в ночных. Нет, это прям сто. Хотя отзывы очень положительные, чтобы вы понимали. Может, я еще обучение не прошу? Так. Сестер не видел, к сожалению. Мать моя, какие же долгие диалоги, просто бесконечные. Видимо, опасный противник. Ну, конечно, он не один, он с друзьями будет. Потому что так интереснее.
Это друзья у него глупые. Не, ну комбинации прикольные. Возможно, я просто в слэшере не играл, не люблю. Только и всего. Давайте глянем, что по дамагу. Weapon skill, смотри. Blade. Ой, ну я не хочу ничего качать, я не знаю. Атак дамейдж 15, 18, сюда. О, тянку нашел. Тянка сюда. Сиськи в экран, о да. Господи, руки на стол, держите меня, семеро. Я вспомнил, я смотрел обзор на эту игру. И там сказали, что только после этого тебе обучение покажут. И после этого начнется игра. А сейчас, короче, дичь, типа, зачем это сделано, непонятно. Так какая-то уберсила включилась. Так что, в принципе, проблем у нас не будет. Лок цели бы сейчас взять. Просто все кнопки жму, какие знаю. О, смотри, схватил меня. Мистер Жирни, что вы себе позволяете? Анимация у него, по-моему, то же самое. Ох, как кинематографично и приятно. КПСы куда-то сбежали. А, я теперь дерусь. Идите жесткий сюда. Я его, правда, почти убил, и теперь у него открывается второе дыхание. И он становится убийцей. Боссом этой качалки. Ну все, как я люблю. Можно девку пойти потрогать? Я все понимаю, но я хочу самое главное. Прям. Спускайся. Ну да, ну да. Пошел я нафиг. Наташку потрогать не дают. Не, ну это зрелищно, это прикольно. Опять же, это только пролог. Ну, не знаю, разработчики молодцы. Все самое важное показали в начале. И как бы вот так. Так. Блин, как назад сделать в этом позорном телефоне? Какие же... долгие загрузки. Просто безумие. И ведь визуально как будто нормально все работает. Вот, да, и теперь нас будут обучать обучению. Можно скипнуть, интересно, это? Видимо, нельзя. Честно, максимально кретинская система. Максимально кретинская система. Сначала дать пройти, а потом обучение делать. Можно это, извините меня, санину пропустить? Я уже примерно научился, чё, где, куда и как. Нахера мне это говнище смотреть? Да. Более деградированного обучения, это надо прям было подумать. Все, да, как мне Вадим объяснял, в японских играх нужно зажимать спринт, потом бегаешь, я понял. ЛБ. Это парирование. Dodge after falling down, press with that to run under attack. Dodge after falling down. Он меня уронить должен. Вот так.
Press H at the same time and hit. Подкидывать буду. Ну иксы, а, я чё, дурачок, что ли? Можно это говно пропустить? Я не хочу обучение ссаное смотреть. Ну, X и A нажать одновременно. Я нажимаю, вы не поверите. Я сейчас занимаюсь тем, то, что нажимаю эти кнопки одновременно. Да, игра, еще чуть-чуть я выйду. Что за говно, вы че? Какой кал? Press the right stick to lock enemy and kill him. Простите, если я взял нормальный уровень сложности, будьте добры пососать с обучением разраба. Или дайте возможность скипнуть это говно. Пущ. РТ. Ладно, ладно, горение оставим при себе. Вот цели автоматом не переходит, что немножко неприятно. Assassin's Cloud Atnet, да? Подожди, Learn Bloody Spell Assassin's Claw. Press the cross key. Cross key. Что ты, правильно делаю? Ой, сосать обучение. Возможно, это было и раньше написано, но я не видел. Да. Ну, короче, с этим нужно будет разбираться. Просто я 100% буду рефандить икру, скорее всего. Ну, потому что пятихаточка, извините меня, на дороге не валяется. Алло. Я вот там скачаю, поставлю себе, ну, там троян сидит. Вот не сидел бы там троян, все было бы хорошо. А вот это не. Владос не соглы. Во-во, вот в это я уже играл. Мы снова появляемся в тюрьме, все как мы любим. И это начинается лютый душный рогалик. Шо ты пердишь тут, петушок? Да попустись, кудлатый. Ого, смотри. Может сразу проиграем, чтобы посмотреть, что произойдет? То есть до этого мы с вами мультик смотрели. Сейчас начинается настоящий гамплей. Тупо для настоящих пацанов. Ну слушайте, ну гораздо приятнее. Такое ощущение, что движок поменяли, если честно. Бладекасы, ловушка. Как будто кто-то сверху упал, показалось. Вроде как здесь реализована процедурная генерация, могу ошибаться. Никакой озвучки, ничего нет. Какие-то штуки пикапы, какой в этом всем смысл? А, Jack of Fine. Можно же визуально полезть по ней, нет? Так, ну давай. Простите, я не специально зеваю, честное слово. Ой, как падла зевнул.
Очевидно, это секретный секрет. Который действительно позволил мне получить... Ничего себе. Слушайте, это непросто. Без рофлов тут думать надо. Вы же знаете, что Влад не умеет в интеллектуальные игры. Интеллектуальные игры — это не для Влада. Вот да, замочек вошел. Включик наоборот. Так. Ой, какая музыка приятная. Как будто Мадагаскар начал смотреть. Так, 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 так. Я не знаю, давайте супер пургатори возьмем. Not enough Ember. Давайте хоть что-нибудь возьмем. Not enough. Да что ж такое? Weapon skill. Не хочу. Equipment. Weapon 1. Давай смотреть, что у нас получше дамаг. 25. Наверное, это самая топовая штука. Окей. Head. Look at this insane head. Это всяко лучше. Берем. Нормально. Equip it. Equip it. Treasure нет, скин. Ну, либо давайте сексуальным мужчиной, все-таки, чтобы понимать, как мы будем прогрессировать. Или регрессировать, тут уж как пойдет, извините меня. Что ж, приятный секретный секрет заимели. Имеем успех, имеем успех. Это про меня. В скобках нет. Здесь у нас... Ага. То есть, тут же мы получили новую шмоточку. Стали выглядеть гораздо сексуальнее, чем были до этого. Не, это Джонни, мать твою, успел. Так, ну это крепость Сена. Я в детстве ходил в школу крепости Сена, поэтому без проблем прохожу эти платформинговые секции. Да, братан, самое время поговорить. Я на что-то согласился. Давай. Оп-о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 п. Глаз алмаз меня не обмануть бы. Сосать, братишка. Континь, конечно, давай сюда. Опа, давай. Оп-о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 п. Думаешь, обманул? А, братишка, я чемпион этой качалки. Давай, оп, по центру. Оп-о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 п. Думаешь, я... Оп, это, братан, не переиграешь, серьезно. Все, победа за мной. Оп-оп-оп, сюда-сюда-сюда-сюда, быстро-быстро. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Братан, ну снова вот, ну я же вижу ее. Братан, я чувствую. У меня нюх на это. Ах, петух переиграл. Ладно, зря выделывался. Позвольте мне заиметь немножко... Нет, лучше. Ну, поехали пока. Ух, ненавижу ящики, как коварные. Я чё кричишь, петух? Есть какая-нибудь убер-мега-пупер-комбинация? Я же могу вот так штуки уешать. И все. Не, ну, видно то, что как бы с игрой занимались. Игрой. Игра, типа, находится постепенно в разработке. Это командир. А, или он командира позвал. Братан, зачем позвал кого-то? Раз на раз общались нормально. По-мужски. Зачем тебе это надо, брат? Проиграл, но братишка может встать. И с новой силой развалить всех по щам дать сюда. То бы с левой или то бы с правой. А, мана за... восполняется автоматически. Это приятно. Не понимаю пока зачем. А, зеленые для прокачки чего-то нужны определенно. Очень странно подбор предметов работает, и дохер еще предметов, прям устаешь их подбирать, если честно. Камера, я бы сказал, своей жизнью живет. Было нечестно, уважаемые.
Я бы сказал, персонаж немножко ватным ощущается. Угу. Но я пока ничего не буду делать. Что не знаю, что могу продать и что нужно продавать. Начнем с этого. Неужто секретный проход? Да. На другой этаж как будто привелись. Может быть, одним глазком глянем, как тут рогалик реализован. Лог цели просто своей жизнью живет. Это очень напрягает. Я бы считал это непростительным, если честно. Он лочит через текстуры тех, кто даже не рядом со мной. Немножко неприятно. Во время боя постоянно происходит активация каких-то предметов. Ну, очень сомнительно. Давай проиграем, посмотрим, что будет. Дадут еще раз встать? Я что, могу бесконечно много раз вставать? Видимо, нет. Надо было быстрее, окей. Давайте посмотрим, как рогалик реализован. 3 с чем-то было 1000 душ. И, возможно, я еще потом в эту игру поиграю. Пока рефандить не буду, потому что 2 часа все-таки есть, сейчас я где-то около получаса наиграть успел. Как минимум еще одну серию я точно могу. Вы опять же, если кто-то знает, кто-то играл, пишите комментарии, я все прочту, учту, постараюсь учесть. И сделать работу над ошибками. Не любил в детстве делать работу над ошибками, но часто ошибался. Простите, пожалуйста, вообще не могу, просто непрофессионально, ужасно, ужасно стыдно то, что зеваю, но просто рот не закрывается. Главное, не вырывайте, пожалуйста, эту фразу из контекста. Блин, ну и по-любому игру надо на SSD ставить. Ну и да, наши души остаются. Наши, слушайте, персонаж полностью остался. Лоу. Они... Тут... Раньше это было рогаликом. Сейчас это выглядит как будто... Как будто у меня сохранение было. В любом случае, я уже думал заканчивать, так что давайте, наверное, премного всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья и здоровья, буду рад вашим комментариям, положительным либо негативным, всем, всем и каждому, иначе никак. Как-то так, как-то так. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.